Итак, наконец-то мы увидим на Занзибаре настоящий тропический ливень, потому что все это время, что мы здесь находимся, а мы здесь уже 5 дней, дожди были только маленькие и очень редко. А вот сейчас похоже, что начинается настоящий тропический ливень. Посмотрите, мы находимся на пляже Кендва, причем солнце светит и тучи летают. Вода в море просто горячая, температура воздуха плюс 30 градусов. И вдруг прилетела черная туча и начался вот такой дождь. Причем он довольно-таки прохладненький. Мы сейчас находимся в пляжном кафе под зонтиком, посмотрите, под вот таким зонтиком. И если на нас попадают маленькие капельки, то это чувствительно. Вот. А вода в океане просто горячая, в ней можно купаться даже под дождем. Вот, мы сейчас находимся в кафешке. В кафе, кстати, здесь довольно хорошие порции. Покушать можно хорошо, потому что это кафе находится на краю цивилизованного пляжа. Дальше уже начинается дикий пляж. Вот. Ну, дождик что-то вот притих. Я думала, прям будет такой реальный дождь страшный. Но пока что нет ничего тут страшного. Мы тут лежим. Солнце, посмотрите, солнце светит, капли капают. В общем, пока что нет такого страшного дождя, о которых мы читали и слышали. То есть апрель должен быть сезон дождей, но никак мы не увидим этот реальный дождь. Мы пока что видим только вот такую погоду. Смотрите мой плейлист «Занзибар» за 32 тысячи рублей. Там я рассказываю, показываю все, что у меня есть интересного по Занзибару, о том, как мы покупаем дешевую путевку, на какие чудесные экскурсии мы ездили. В общем, главное, смотрите, ссылка будет в описании к видео и в прикрепленном комментарии. А также смотрите конечные заставки.